Российская популярная певица Виктория Дайнек решила развеять слухи о своей беременности. Для этого исполнительница сделала видеоселфи в раздельном купальнике, в котором отчетливо виден ее плоский живот. Победительницу «Фабрики звезд 5» вместе с ее мужчиной заметили в кино на премьере нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Операция Фортуна. Искусство побеждать». Журналисты подметили, что в свет артистка вышла в платье свободного покроя, что дало основание думать о ее беременности. Дайнек сделала и опубликовала в соцсети видео, в котором показала абсолютно плоский живот. «Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против», — иронично заявила поп-дива. У известной певицы уже есть дочка от российского музыканта Юрия Клеймана. Правда, семья распалась еще в 2017 году. Виктория Дайнека предпочитает не показывать дочь фанатам, но уверена, что девочка скоро и сама заявит миру о себе.